Снимаю все подряд. Вот так, видишь, раковина, чтобы без такой полочки. Угу. Бежево-желтый. Сколько здесь? Да. Да, хочешь, возьми эту померь. Да. Тебе если что нравится, то скажи, да. Ну там, мне кажется, на нашу маленькую кухню, там вот эти вензеля, это будет слишком. Пятнадцать, да? 15 это. Меньше. Это считается 15. Видишь, я говорю 20. Ну, это 20 надо на заказ сделать. Вот это, а вот тут, по-моему, 20. Два семьдесят, да? 80. Может, там дом так вот не сделать, не здесь, мойку вот тут, вот здесь. Не, и что у нас будет? Вот так эта поверхность, нет? То у вас поверхность останется очень мало. Там вообще угол у нас нет. Вот нет, до конца этого. 97, да? 96. А, ну это можно до потолка вот так же сделать, а? Ну, 2,55. А у нас? 2,55 ты померил. Вот, а до потолка так можно делать. Как раз до потолка, я говорю. Только золотые ручки что-то мне не нравятся. Это как раз до потолка будет. Кстати, а вот это не нравится вам? Вот. Нет. А мне нравится вот это. Симпатичная такая, почему? Это нравится? Нет. Нет? Цвет. Цвет, может, другой можно. Это мне вообще не нравится. Вот, посмотри. Дане не нравится. Джей называется. Мой любимый цвет. Вот дерево здесь розовое. Какое дерево? А, розовое дерево? Вот это не нравится? Такая, да, не нравится тебе? Вот это мне нравится. Вот это вот хорошее. Вот, кстати, хорошее. Вот тут у нас встроена техника будет. Вот сколько сантиметров вот это мерить? Так 20 должно быть. Да ты вот сверху мерить. Вот 30. Вот видишь, либо 20, либо 30, либо 15. А мне нужно 20. Вот. Тихо, стой. Покажи, Сереж, как там. А? Откройте. У меня просто с руки падает. И, кстати, посмотри. И вот такой шкафчик. Ну, такого плана, только закрытый. Мне нужен там в угол.
Век бар сделан. Вон, 35 на это, видишь, можно в угол ставить. Ну, он так и есть. Мы там и мерили. 30 или 35. Ты такой хочешь, да, пропал? Такой туда, маленький. Под бар, да, блин? Ну, да. 70. Нормально. Вот такое можно заказать, да? Да, можно все остальные шкафы делать глухие. Вот как здесь. Ну, только одну можно такую. Да, вот эта кухня мне нравится, кстати. Не нравится тебе такая? Хорошая, хорошая. Эта штука, видите, сделала? Представь, у тебя ленту наклеивается диодно. Будет подсвечиваться прекрасно. Смотрите, вот видите, цена за погонный метр. Шпон дуба. Кстати, это дерево. Это кухня будет стоить 1450. Вот так вот можно сделать тоже, только без этого. Вот этот. Я имею в виду, вот чтобы раковина была в цвет столешницы. И вот так вот поднималась потом на 20 сантиметров. Потом можно плитку в ряд сделать, если хотите. Тут мне понравилось. Это? Ну, жалко. А у меня теперь вот этой дуги нет, они чисто вот прямые теперь, прямая рамка. Угу. Ну, а так вот все то же самое, да, только прямая рамка? Цвет тот же самый, да. Угу. Просто рамка будет вот, вот такая, рамка ровная. А верх? А другой? Вот видишь, и вот тут тоже получается нам будет вот так. Да, ну так вот так. Угу. Да, хороший, конечно. Цвет, цвет такой вот хороший. Нет, такой. А, и главное, мне тоже нужно было вот это. А, подержи-ка. Снимай, чтобы мы потом посмотрели. Нужно было просто домой. Не выезжает, ничего в углом нет. Нет, не выезжает. А, это посудомойка, понятно. Подожди, так же ты классно, неудобно класть так. Не, мы так не будем делать, мы просто мы сдвинем. Это не важно, какая разница. Это красивая кухня, мне такая нравится. Я не знаю, если прямо будет смотреться, все как-то так же. Знаешь, если тебе не сказали бы, ты не заметила бы. Ну, может быть. Вот цвет показывает. О, много воздуха, в воздухе висит. Ну, понимаешь, в любом случае, нам нужно место, экономить нужно. А это так вот, все будет плиться. Ну, вот так вот и будет. А вот тут высоко это или нет? Вот для меня нормально. Я имею в виду, если там будет микроволновка. Вот эта микроволновка, вот так вот как раз место для микроволновки. Ну, чуть-чуть может повыше поднять полочку. Знаете, да? Это большая. Надо будет на стул становиться. Ну, мне-то так вот открыть. Вот так вот вообще. Но если мы технику все уместим в одно, тогда наш шкаф получается под плитой, понимаешь? Угу. А если не уместим, то ну. Так нельзя было ускорять здесь стиралку? Да, ну, нельзя бы. 15. Вот, видишь, как выезжает? Во. А вот как нам нужно, да. Только ведро где? Ведро не здесь, получается. Ой, ну, нет. Аккуратно, у нас-то не здесь будет. Сюждай, закрой. Давай. Вот ведро, получается. Да, у нас-то не так будет. А
мы так не можем сделать? Нет, потому что у нас идет мойка вот такую. Вот здесь вот мойка, она на шкаф такой был. А тут же можно мойку сюда поставить, да? Вот в это место? Не получится? Ну, сама чаша, сифон, просто механизм нельзя поставить. Здесь же корзины и вот этот механизм сам. Просто вот эти все корзины, они не будут пользоваться. Вот взять... Я понял, понял, все нормально будет. Чаша идет, и туда еще уходит сифон. Это может быть, когда еще туда идет шреддер, как он называется, правильно? Ну, да, да. Измельчитель, да. Даня, дойди просто. Какая лучшка. Нет, что-то мне вверх не нравится, это мне не нравится. Красный. Красную не хочешь? Тебе нравится? Нет. Вот моя мечта — это остров. Но он только у нас никуда не встанет. Жалко. Дальше черный, что нравится? Сейчас. Вот это да, слушай, правда. Друзья, тебе вообще тоже стоишь на хрена, нет? Там... Слушай, да, готовь, готовь, вот готовь где хочешь называться. Вот, смотри, вот видишь, еще вот эти вот, ну, еще, не знаю. Вот даже прикольный цвет хочется. Слушай, дай мне полностью и сниму. Мы тогда ее назвали цену за погоду. Катарина. Что-то черное вообще не знаю. Вообще. Это вот черное, черное. Ой, это что такое? Ничего себе. Что это такое? А, дверца просто. Он тоже отдельно, ты поставил. Видите, как это чисто такое. Интересно. Лопат поднимается. Лучница? А здесь выезжает. Просто... А, ну здесь, видишь, полотенце вот вешать можно, а-а-а, тряпочки. Но там ставить что-то. Прикольно, слушай. Угу. До чего прогресс дошел? А, тут это? До невидимых чудес. Вот как это поделил меня, ставил деревенский кантер. Угу. Ну, это прям не пойдет. Здесь орешки сестра. Да, вы сейчас знаете, что у вас техника все черная. Ну что, она тут тоже была нормально, смотрел, с черной. Просто будешь, когда смотрите, смотрите, что там штатская. Такие, как вам фасады вообще нравятся? Ничего. Ты скажешь плитку другую. А что тебе сердечко не нравится? Это как твой бам еще не был. Ага, ну да. Почти. Подожди, мы не дошли до конца экспозиции, Дань. Да, еще туда давай пройдем. Слушайте, а если нам поставить раковину возле окна? Ну что, вот там место угол теряется. Столешницу не используешь все равно. Нет, тут у нас окно будет. Руки моешь, сломаешь, ну ложь окно. Все равно угол теряется, ты его вообще никак использовать не будешь. Чайник туда поставишь еще? Этот, как его?
как хлеб жарить, как вольно. Это посудомойка где будет стоять. Вот. Вот это все окно закрою. 1.20 метра, да? Ну там 1.20 метра, и туда, наверное, 60 еще. Ну, да. Так это там уже будет, это же это есть уже. Понятно, всего вот так. Вот от этого угла метров. Стены. 60 метр 20 это метр. Уже пол окна перекроется, метр это будет 80. Только подход к одной форточке. Нет, это не 1.80 метра это будет. На камеру я скажу, подожди. 1.80 метра. Угу. Ой, маленькая светленькая, ничего себе. Даня? О! Свет, а это что такое? Посмотри, что каждый отдельно нажимается? Естественно. Куда цвет вот тебе нравится? Нет, это очень... Но это мне не нравится уж вообще. Перебор прямо вот такой цвет. Который ты смотришь, мне не нравится. Это нравится. Вот это вот. Это мужской стиль, да? Черный, поперек. Угу. Ну что, кстати, вот Мак, видишь, какой такой вот салон, такая вот, видишь, ящички. Да. А ты такую, да, вышку типа хоккей? Ну, не знаю, какой. Вообще, куда дальше она пойдет? Она должна либо уходить сразу в вытяжку, либо будет потолок. Блин, микроволновка сделана. Это сапож. Хотя это вот так и будет. Вот так и будет, да, вот как раз таки. Ну да, покажи, открой. Не знаю. Для меня, конечно, высоковато. Да, надо делать все в ряд, короче. А судомойку это и это? Здесь судомойка? Нет, нам нужно делать так, чтобы была судомойка. Дальше вот это. А дальше вот это. Стоп, муляж. А, прикольно, слушай. Ты только медленно снимаешь, а потом все было понятно. Вот он, смотри, мойка, видишь, угол. И тут просто ящик и все. Вот так же можно сделать углом до вот этого. Удобно? А 60. А у вас будет добыть выходить за этот, у нас там... Она будет выходить, но там-то тоже мы будем... А ну-ка вот здесь помери, сколько здесь состояние. По углам. Тут много, смотри, у нас там сколько? У нас там метр, здесь 90, метр 12 у нас там. А, всего метр 12. Сколько тут? Метр 30. Подожди, метр 12, давай сделаем метр 12, чего ты делаешь-то? Я от стены хочу. Дань, достань у меня этот блокнот с кухни. Метр 12, это вот так вот. Где? Блокнот достань. Вот так у нас получается. Мыть будет неудобно, будешь стоять так. Ну так, ну-ка, стой, мой, как ты будешь? Нас. 1.12 метра. От стены 1.12 метра, это даже меньше. Вот так вот, короче. Вот эту книжку. Удобно будет мыть. Ну, а удобно будет, тоже панус-то будет заканчиваться вот здесь вот. Потому что даже будет вылазить уже, получается. Да, дальше пойдет этот вот. Не, ну тут мы стоит этот шкаф еще. Да. Короче, это... так как ты можешь тоже разместить. Можно так разместить, так вот эту фигню мне нафиг не нужно. Лучше сюда можно, может быть, чайник туда поставить, что-то. Ну зачем? Только единственное, у нас тут, смотри, вот ты вот так говоришь, а тут полотенца должны висеть. Непонятно. Ну ладно, надо подумать. Не очень. Так, пойдемте к той, короче, обратно вернемся. Хочу что там тебе понравилось. Это мраморно, нет? Вот эти вот.
вот так, это уже тогда было нормально. Вот это нравится. Так, а не нравится? Мне нравится вот это, вот так, которую мы прошли. Это тоже, кстати, нежно. Да. И тут, видишь, наверху вот так вот. Угу. А там плитка просто, да? Сверху посудомоечной машины находится пластик, где проходит эта вся вода. Ваточная поверхность снизу будет сильно нагревать этот пластик, и посудомоечная машина долго не прослужит. Она даже индукционная? Индукционная тем более. Она 5 сантиметров толщиной, и внизу находятся вентиляторы охлаждения. Они еще сильнее нагревают. Тогда нам только туда встраивают посудомойку. Ну, тогда что такой вариант, как здесь? Духовка же хотелось бы поднять. А снизу есть ящик здесь или нет? Вот маленький ящик есть. Угу. Вообще, посудомоечную машину нужно установить рядом с мойкой. У нас мойка вот так получается, в углу. Ну, мойку, если это посудомоечная машина. У нас изначально сейчас как стоит? Ну, грубо говоря, мойка у нас здесь вот. Ну, вот здесь вот, сейчас, вот в этом месте. Да, у нас получается вот так вот у нас идет, в общем, ну шкаф вот так угловой, здесь получается 80, тут мойка, здесь мойка. Потом идет шкаф 80, потом идет плита. Плита 50. Потом идет, ну у нас нету вот этого короба, и просто это. Вопрос в чем, что если мы посуду, во-первых, если здесь мойка 80, если здесь посудомойка 60, 60 бы маленькая поверхность, тогда надо, чтобы стол был до плиты хотя бы 80. Но у нас же, если духовку убираем в колонку, то сюда мы можем сделать большой стол, а ваточную поверхность со смещением. И рабочая зона все равно будет 80 сантиметров. Вот этот не знаю, на маленьком непонятно. Может, такой нет? А такого большого нигде нет у вас? Смотрите. Тебе, Дань, какой больше нравится? Такой не нравится? Это если будет раз дороже. Да. Дороже, да? Намного? Я могу сказать, сколько. Ну, мне больше вот такие нравятся. Вообще нравится больше? Да, чтобы там было, видишь, там что-то светится. Ну, а это, видишь, какая-то матовая. Ну, вот просто вот это. Сколько действительно стоит? 137. 130 тысяч. А та была... Ну, на 60 тысяч выше. Вот это. Угу. Ну, красивее. Ну да, это пятая категория. Шестая категория, это уже... А только по цвету, да, отличается? Или еще чем-то? Ну, то есть, по характеристикам никак. Черная там, что ли? Ну, только давайте мы такие. Нет, да. Ну, похожие хоть. А, что? Есть все, вот они. Там вот такие, смотри. Я думаю, сняли с производства. Они что, так получается, под камень, что ли, или под что, не пойму? Такое... Ручка скоба, железо черное. Ну, не знаю, нравится, Дань, тебе, нет? Или посмотрим вот... Ну. Просто черно. Ну-ка, сейчас посмотрим. Да, ну, вот так вот. Вот теперь представьте, все такое сине-белое. Все сине-белое даже здесь. Значит, серый чуть мне больше нравится, нет? Вот твоя на камеру. Где мой телефон? Там остался. Ну, оставляю. Не знаю, кто это звонит, не буду брать. Даня говорит, что вот смотри, к серому вот это среднее лучше.
Они такие более матовые. Тут серые тона тоже такие. Да, вот это вот лучше всего. Потому что тут черные, но там какой-то оттенок не тот. Тут синие, ну не знаю, в таком объеме. Синие много будет. А вот смотри, а здесь будет. Вот здесь серые такие прожилки. Да, вот это лучше всего будет. И ручка к ним, кстати, такая подходит. Вот эта ручка. А, вот черная. Видишь, посмотри, тоже так нормально. Ну да, тоже ничего. Он сразу указывает, какие углы где находятся. То есть угол 90 раз, то да, проблема, да? Да, вот. Здесь вот самый сложный замер. Вот здесь он размечает вот указанные розетки, воздухоотводы, все вот эти вот как раз. Блин, нам еще розетки нужно куда-то подумать. Мы скажем, где у нас будут розетки, а так вот у тебя месяц есть, электрики пускай придут там и это сделают. Да. Я схему нарисую, где какие розетки под бытовую технику нужно вывести. И вы это электрикам дадите, они это все сделают. Ну вот, все, да.